Офицеры органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. Торжественный концерт, поздравления и награды ждали сотрудников службы в областной филармонии. Начальник регионального МВД Андрей Лузин открыл праздничное мероприятие, зачитав поздравления от министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Сегодня личный состав министерства достойно отвечает на новые криминальные вызовы и угрозы. Ведет борьбу с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. Обеспечивает экономическую и миграционную безопасность нашего государства. Благодаря вашей эффективной работе повышается уровень защищенности граждан и, как следствие, растет престиж. Профессия полицейского не только безусловно нужная, но и очень сложная. От сотрудников она требует буквально всего времени и всех возможных сил. В регионе ежегодно раскрывают тысячи уголовных дел. Важность борьбы с преступностью сложно переоценить. Сегодня мы чествуем лучших действующих сотрудников, склоняем голову перед памятью погибших в противодействии бандитам и террористам. И в будни, и в праздники, и днем, и ночью, без скидки на усталость, болезни и личные интересы, вами обеспечивается безопасность жизни, здоровья и имущества наших граждан. Ваши профессиональные действия способствуют снижению уровня преступности и поддержанию правопорядка в Ивановской области. Наталья Исаева на службе 10 лет. Она возглавляет отделение, занимающееся расследованием экономических преступлений. Каждая экспертиза невероятно трудоемкая и сложная. От офицера требует опыта и знаний в любых областях экономики. Очень сложно доказать эти факты. В этом отличие как и по экономической преступности. Эти преступления хорошо готовятся. Специалисты сейчас работают хорошие везде и умеют качественно все это скрыть. Вот наша задача – увидеть в документах и создать доказательства для органов следствия и сотрудников экономической безопасности. Грамоты и ведомственные награды в этот день получили несколько десятков сотрудников службы. Им по традиции желали максимум терпения и минимум форс-мажоров. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.